А в чем проблема? Я вот не понимаю. Были старые ларьки, поменяли, новые стали. Сотрудники выходили на место, изучали документы. Факт нарушения требований 73-го федерального закона об охране объектов культурного наследия подтвердился. В охранной зоне памятника действительно эти находятся сооружения. Сейчас отделом государственного надзора в рамках задания собирается пакет документов для привлечения лиц, допустивших эти нарушения, к административной ответственности и принятия мер к ликвидации этого нарушения. То есть вот эти ларьки там находиться не должны? Нет. В охранной зоне объекта культурного наследия ничего не может строиться. Ни эти ларьки, ни какие бы то ни было иные сооружения. Там может быть только воссоздание исторической среды, поэтому на данной территории ларьков быть не может по утвержденным режимам охранной зоны.